Отличные новости с азиатских игр, которые проходят в Инчхоне. Сегодня копилка национальной сборной Казахстана пополнилась 7 золотыми наградами. 6 медалей высшей пробы и 1 серебро завоевали наши боксеры. Отличились также каратистки. У Гузалии Гафуровой золото, у Сабины Захаровой серебро. Медаль таким же достоинством в копилку команды принес тэквондист Нурсултан Мамаев. Таким образом, теперь в активе сборной Казахстана 82 медали. 28 золотых, 22 серебряные и 32 бронзовые. Из Южной Кореи передает Галина Полевая. Боксерский турнир на азиатских играх вышел на финишную прямую. Финальную часть соревнований пробили 7 казахстанских спортсменов. Первым на ринг вышел Биржан Жакипов в категории до 49 килограммов. Он выиграл серебро, а затем Илья Сулейменов завоевал золотую медаль. Но обо всем по порядку. Для Биржана Жакипова это второй финал на Азиаде. И вновь он стал серебряным для боксера. На ринге Инчхона казахстанец уступил Шину Джонхану из Южной Кореи и стал серебряным призером азиатских игр. В следующей весовой категории до 52 килограммов в главном матче за звание чемпиона боролся Илья Сулейменов. В финале Ильясу противостоял серебряный призер чемпионата Азии 2013 года Шахабиддин Заиров из Узбекистана. Казахстанский боксер выиграл со счетом 2-1 и стал чемпионом азиатских игр. Ну, турнир был очень сложный, азиатские игры. С первого дня одни сильнейшие соперники, призеры мира, чемпионы Азии. Старался, слушал тренеров, старался поднять наш флаг ввысь, чтобы звучал наш гимн. Пробился финала капитан сборной Данияр Елеусинов. Вес 69 килограммов считается казахстанским. В 2010 году наш боксер уже выигрывал Азиаду, правда, в другой категории. Действующий чемпион мира здесь, в Инчхоне, в финальном бою выиграл у Исраила Мадримова из Узбекистана со счетом 3-0. В категории до 75 килограммов также страну представлял чемпион мира Жанибек Алимханулы. В финальном бою казахстанский боксер победил представителя Иордании Алхиндави. Следом на ринг вышел Адильбек Ниязымбетов, который выступал в категории до 81 килограмма. Его соперник из Южной Кореи Ким Ханг Ю. Огромное давление и поддержка трибун не повлияли на исход боя. Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата мира выиграл золотую медаль. Азиатский континент очень сильно поднялся в бокс. Поэтому простых соперников не было, все сильные. И я думаю, это азиатские игры, это маленький экзамен перед Олимпийскими играми. В категории до 91 килограмма Антон Пинчук великолепно прошел в полуфинале хозяина ринга Намьента Парка. А в главном матче встретился с опытным иранским боксером, чемпионом азиатских игр 2006 года Алима Захири. Казахстанец победил со счетом 3-0 и стал чемпионом азиатских игр. И, наконец, в супертяжелом весе страну представлял Иван Дычко. Для нашего спортсмена это второй финал на Азиаде. И, естественно, желание победить было огромным. Его соперник Есем Дилавари из Ирана – опытный боксер. В финальном бою победу держал казахстанец. Галина Полевая, Ерсин Мухамбеталин, Южная Корея.